петь. Нам нужен какой-нибудь из них? Вот этот, с самолетиками. Да. Ой, какие они тут все классные. Да, это чемоданчик такой. Машина. Как будто машина, да? Да. Вот поедем с тобой куда-нибудь отдыхать. Ты его возьмешь, загрузишь. Это такой чемоданчик. А ты не увидел молнию Маквин? Молния Маквин, смотри, какой классный. Это тоже такой же чемоданчик. Пи-бип. Поехали. Пи-бип. Чемоданчик, машина, да? Туда и вещи сложить можно, и поиграть с ним можно. Классный? Да. Да, вообще супер. И пчелки, и панда, да. Поиграл, давай уберу. Спайдермен, да, Человек-паук. Это машина. И панда. А вот смотри, маленький рюкзачок. Угу. Да, да, да. Классный вообще. Ну, а тут уже для взрослых, да. Здесь уже огромные, большие. Тоже красивые, яркие. А наверху посмотри, сколько твоих маленьких много. Вот, в виде машинок. Целая куча. Ну что, пойдем? Куда туда? Петя, хочешь, я тебе миньончика покажу? Пошли. Я там миньонов нашла. Может, купим? Кто ты выбрал какую-то машинку нехорошую? Наверх? Не-не-не, ты не сможешь. Специальная лестница есть у продавцов, у рабочих, чтобы туда залазить. Это какая? Петь, какой тебе нравится, оранжевый или синий? Синий. Синий? Ой, а вот это вообще супер, да? У меня есть команда. Да, есть. Все, пойдем? Давай. Куда мы с тобой пойдем? В